А меня смотри, держи. Слетай давай. Всем привет, мы привезли Чиву на испытание. Впервые испытания по норному зверю, по лисе. Позавчера мы здесь были, притравливали Чиву по еноту. И скорость движения фонаря. Ей дается всего лишь одна минута на то, чтобы дойти до вершины. Ну, она уже дошла. Отлично. И одна минута, чтобы она вошла. Потому что бывает так, собака кидается в нору, потом вылетает, бежит кругом. В общем, вот ей дается минута на все эти безобразия. Если она правильно поняла, вот сейчас нам все понятно, собака уже здесь. То есть в минуту она вложила, отметилась, но не показала голос. Это плохо, потому что если бы она хоть заскулила, то так, скажем, условно, можно было поставить, что поскольку голос какой-то она дала, то мы бы посчитали, что, ну, допустим, голос 1-1. То есть частота отдачи очень редкая, крайне редкая, и никакого ритма нет. Вот 1-1. Словно оценили бы. И потом, вот на 5 минут мыркается тут, выводим опять на исходную и делаем повторный перекус. При повторном, как только собака прошла вот эту низину, открывается сидера, леса предоставляется полное, так сказать, свое распоряжение. Разная леса ведется по-разному. Одна разворачивается отсюда и сразу уже до конца. Вторая бежит навстречу и вот на любом из этих перепадов пытается переловить собаку. На перепаде ей легче сопротивляться. Леса отсюда залегла до низа, а собака начинает выворачиваться. И вот она в этот момент ее ловит, треть в нос. И все, собака понимает, что она пробить не может. Та, у которой, так скажем, духу не хватает. А когда она такая закрученная, заверченная, она, несмотря на эти укусы, она все равно бьет вперед. И несмотря на то, что уже, может, даже лиса где-то ее прикусила, она все равно ее отдавливает, уже как отдавила, начинает войну с ней. Во втором пуске будет 10 минут на работу. За эти 10 минут она должна или настырно лаять, не отходя, атакуя все 10 минут, или же взять мертвый хват, или сделать размен. Это уже размен, это если собака, вот зачетный размен, собака загоняет лесу в крайний котел туда, в том котле выгоняет ее, не берет хваткой, а разменивается с ней. То есть они вот вошли туда, и потом леса пошла вперед на выход, а собака идет вперед. Если она ее сумеет выгнать туда в клетку, это считается разным. Притравку, в общем, прошла. Мы уже записались. Сейчас будет жеребьевка. Вытащим номерки. Потом первый вытащит номер лисы. Всего 4 лисы будет. Чива первый раз. Все дело в том, что яктерьерам для того, чтобы сделать потомство ее родословное, нужно диплом по целевому зверю, то бишь по норе, у нас в Беларуси, не знаю как везде, но я думаю, что везде примерно то же самое. Поэтому нужно хотя бы какой-нибудь диплом. Фу-фу-фу-фу. Нервничает, там много собак. Все, не забывайте Чиве ставить лайк. Я вытащил первый номер. Первый, да? Да, я первый. Значит, вот у нас 4 лисы. Первую, вторую, любую, третью. Любую. Нет, сейчас он скажет любую цифру. Любую цифру. Да. Ну, давайте три. Цифра три. Третья лиса. А какая тут разницы никакой нету, потом путать, меняться лучше с первой. Ну, по очереди и весь вопрос. Какая разница? Мне разница нет. Это так придумали, написали, что там что-то лиса. Ну, было так, я объясню. Раньше было, почему так делали? Потому что сами ребята держали лис. И вот говорили как бы так: а, это твоя лиса и твоя собака. Собака знает лису, и ты получишь первый диплом. Поэтому давайте то же самое, лис жеребить. А сейчас лисы эти привозные, это не чьи лисы. То есть никакой разницы нету. А чем путаться, третья, а потом думаешь, а была она, не была, или какая. Лучше по очереди. Я даю команду, открываем. И подставляем
ящик. Вы мне подсказываете, я первый раз на таких, на таком мероприятии. Я не знаю, может не надо, мы позавчера здесь были, по еноту притравливались. На 4 ноги, да, за метр оттуда, давайте можно. Сейчас, подождите. Все хорошо, все, идите. Вот я напишу вход сразу. Он тоже подошел за 15 секунд, но он молчит, понимаешь, вот дал. Мы знаем, вот, я объяснял ему это. Подход 3 балла. Хотя он подход на пятерку, но он голоса не дает. Угу. А вы... Может, даст голос. Дело в том, что вот на норе охота, если он выгоняет, это одно. Но это не каждый раз. Если вытаскивает, тоже хорошо. Но иногда... Знаешь, ну надо определить собаку. Я не говорю, что когда-то лиса стоила, то копали все время. Ну а сейчас все же собака, если без голоса, где он там, и вот будешь день сидеть. Потому что если не глубоко, у нас же одинаково, что Луни, что Пинск, болото, низ, ну это есть грудки. Так в основном нор, я даже он его смотрю, бьет головой. Вот, ну, голос хороший, сильный, но видишь, его надо учить вот таким образом. Иди, забирай собачки сейчас на работу. Вон Сергей тоже, куничник парень, пинчанин, тоже ловит хорошо. А я видел ролики его в интернете. Молодец. Все, давай, пожалуйста. Сейчас Сергей по-моему будешь открывать себе. И подставить так, можно. Все, пускать? Да, да, давай, можно, можно. Все. Держи. Нет, за грудь. Он перехватил, видно. Ну, он держал по месту. Сергей, может быть, я вижу, что за грудь. Держите, держите лицо. Где вторая разжимка? Да у меня я здесь положил, вот лежит. Возьми, возьми собаку. Сами, возьми собаку. Да, собаку. Я помогу. Тоже держи собаку. Держи. Ты держи, держи собаку. Меня. Ты разжимай, Сергей. Лису. Собаку, собаку, подожди. О, все. Все. Все, лису, лису менять. Собаку уводи. Что, тебя порвали чуть-чуть? Вторую, да, не нужно вторую пропускать, сразу в ящик. Лиса прошла, все. Потом немножко посмотрим, как будет жара, нору проветрим. Куда лису запускаете? Молодец, все. Нет, молодец, хороший собачка, он вообще классный. Только что с голосом нужно поработать, чтобы он голос давал, понимаете? Угу. Голос неплохой, даже я бы ему дал четверку, если бы он... А что же он один раз? Ау, а как там? Мы голос смотрим, ну, в процессе, вот 5 минут ему давали, в процессе работы. Он почти голоса не показывал. Держал, видишь, что такое не по месту. За грудь держал, угу. Лиса его уже нанесла травму. А если бы он его за горло держал, она бы уже никуда не... Не смогла, но собачка раны не боится, не пустил. Хорошая собака. Стоящий. Ну, как бы по месту, когда я открывал, а потом где-то перехватил. Ну, может быть, Сергей, там есть перехватом. Я лично не видел. Но суть в том, считается хватка, где он конкретно держит. А не то, что душа хватает, иногда цап-цап-цап, ты просто смотришь, и когда уже взял, вот хватка. Это хватка зафиксированная. Все правильно. Значит, он там... Просто пытался, и он ее не держал, мертвой хваткой, а где-то цепанул так, она вырвалась. Вы видели, собачка работала, вот. Вход сразу 5 плюс 3, подход у него тоже 15 секунд, но считается, что она должна себя обозначить. Она молчала, вообще лежала, пока мы дали ей фору, как я говорил, то есть 5 плюс 3. Потом 45 баллов злоба. Это то есть хватка... Он по месту, но там перечислены, короче, не горло, а хватка грудь, там
еще твои 45 баллов. Вязкость полная и голос. Но он раз, он тоже лежал без голоса, но дал один разочек голос, троечка и музыкальность, ритм один. Потому что у него практически не было. То есть получил 87 баллов, диплом первой степени, с чем мы поздравляем. Собачка хорошая. Спасибо. Но владельцу я объясняю, что нужно, вот тут мы шидер шевели, то есть дать, чтобы он понял, что надо голос давать. Потому что ну, безголосая собака, это тоже в норе. Я думаю, что он понял хозяин, но собачка отличная. Все, все спасибо большое. Хорошая. Вступили, открыли это соревнование. Уже все подходит к концу. Из, в общем, 13 собак только 3 удалось взять лису. Держи собаку, собаку подходи, держи собаку. Пас, пас. За щеку. За щеку, все классно взял. Все сразу? Значит, 3 первых диплома и 1 у нас у Чивы. Ну, первый раз Чива вообще была в норе, но не считая притравки. Притравки позавчерашней по еноту. Позавчера мы притравились по еноту. Первый раз на соревнованиях. Первый диплом. Это отличный результат. Вот пустили последнюю собаку. Несколько третьих дипломов получили, несколько собак без дипломов ушли. Как прошел пуск? Значит, Чива сразу дошла до лисы, меньше чем за 15 секунд. Но единственный минус, который она, значит, давала голос, большие были перемолочки. Она сразу ее атаковала в месте, где сидели, потом они в дальний котел переместились, и уже там Чива ее взяла, сразу повзяла по месту за шею, когда ее доставали, она перехватила за грудь, и уже тогда лиса немножко куснула там Чиву, ну, а там не сильно. Нормально, заживет, это боевые ранения, они наоборот только больше злости собаке передают. Ну, как бы злости у нее хватает. Да. Ну и 87 баллов, первый диплом. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Делаем. Да, классно, это классно. Все.